Добрый вечер, уважаемые зрители. Всех поздравляю с наступившей весной, с наступившим новым подкастом, о котором я расскажу более подробно чуть позже. С новым визуалом. Как бы ни называлась наша рубрика, мы же, конечно, будем слушать все те же самые любимые крутые треки и разговаривать о, собственно, тех, кто их делает. Просто немного-немного в другом формате, не столь официозном, столь обычно. Ну и начали мы, конечно, с такой же пушечки, как Break and System, System Break. В общем, такая вот тавтология занимательная. Группа называется «Ломая систему» с композицией «Системный сбой». Ну вы поняли, все крутится вокруг брейка. На вокале питерского VIA Леонид Морозов, которому также импонирует творчество Пегги Дёрста. В данном случае мы вполне можем сказать, что он отдает дань на этой великой группе, заявляя о том, что «Everybody say fuck». Он, кстати, креметал сквозь большие и глубокие тернии таких хитов, как «Мальчик хочет в Тамбов» на Сырова и «Упала шляпа» группы «Нана». Нет, это не мои выдумки, это одни из первых песен, которые он исполнял, еще будучи ребенком в пионерском лагере. Всем привет, друзья! Рад вас видеть в новом ночном вечернем шоу, у кого смотря какое время. Всем доброго времени суток. Меня по-прежнему зовут Флойд Барбер. Мы по-прежнему слушаем крутые хитяры, современность, кое-что остается неизменным. We'll be right back.
Kind of Music. Extreme Chasing. Короче, назовешь. Ну, от этого товарища у нас всегда экстремальные очень крутые штуки, хотя делает он совершенно разную музыку в разных стилях. Надо сказать, трейлерную музыку, коммерческую музыку, продавая ее на соответствующих площадках а-ля Audio Jungle. Так что, друзья, очень-очень много работ, royalty free, они так называемых, то бишь, купив один раз, вы становитесь обладателем всех прав на данное произведение и можете использовать его как вам в душе угодно. Но вот свежачок подоспел, очень даже круто, сегодня еще будет от него один трек. Ну, а как всегда все очень круто и как всегда все очень засекречено касательно его информации. Ну, помнится он мне еще 2015 года. Ух. Подключаемся, подключаемся, друзья, приглашаем тех, кто не в курсе. Вау, понеслась, Марила. Спасибо, дружище, за донат. Спасибо, спасибо, всех благ тебе тоже обнял. Добротный-добротный альбом запилили ребята. Один из них, как обычно, наш соотечественник Виталий Котов, он же Atheris Energy, что переводится довольно интересно как энергия древесной гадюки либо кустарной, совместно вот с талантливым финским продюсером Antti Martikainen. The Frontier. Очень интересная, эпичная помесь, сочетаю себе все как брейкбит, электророк, разные даже ноу-темпа работы, которые мы тоже послушаем, похоже, в духе киберпанка. Опасные, опасные ребята. Не знаю насчет Фина, но уж точно. Ну и попутно сразу включу второй темп, немного сбавим-сбавим обороты после такого энергичного старта. И заодно расскажу, что слушать мы будем в этом подкасте с вами исключительно новый материал. Но, если ранее мы слушали его прикрепленный конкретно какому-то миксу, то в этот раз у нас просто будет сборная солянка. Я решил, что раз меня много кто просил из моих подписчиков делать побольше разговорных подкастов, я, соответственно, это решил сделать. Возможно, мы с вами будем встречаться каждый месяц, но, соответственно, и вы будете иметь такую возможность поговорить, как говорится, со мной и я. И плюс мы будем иметь возможность послушать эти треки до попадания их в какие-либо конкретные миксы, подкасты уже тематические. Вот. Ну, я лично считаю, это хороший вариант.
На данный момент это пробный вариант, поэтому, в общем-то, это продолжение славных традиций Breakbeat Shop и X-Beats, но, как я уже сказал, без привязки к конкретному миксу. Поэтому слушайте, подумайте, поддержите и выскажите в конечном счете свое мнение, что... Hello, my friends. Вообще, надо сказать, будут еще, друзья, изменения не только касательно этого. То есть, скорее всего, все оставшиеся X-битсы, они просто выходят редко, да, где-то раз в 3 месяца получается. Вот поэтому они будут, наверное, уже не разговорной форме. Но поверьте, я думаю, самые горячие, скажем так, треки будут включены, соответственно, и в этот подкаст. Не зря мы, собственно, его так назвали. Трек называется Shell Shock от Ateris Energy. Название вы можете увидеть, как всегда, наверху, а обложечку слева. Справа сидит мой новый корешок, о нем чуть попозже. Да, я пока никак не назвал. Мой товарищ искусственный интеллект, он нам будет сегодня помогать. Он мне уже помогает, в общем-то, по ходу пьесы. Вот. Ну, возможно, я думаю, зрители предложат нам его имя. Пока у него есть только серийный номер. Ну, мы же, как бы, люди должны понимать, что так нехорошо. We'll be right back.
Артём, приветствую. Inspira, проект из Калининграда, тоже обзавелся целиком и полностью альбомом. Назван он также Lockstep. Но это не новый мид музыки с окончанием step, типа dubstep или darkstep или что-нибудь. Это на самом деле такой интересный вид шага, марша, в котором люди находятся максимально близко друг к другу. Коленями, руками, ногами, перемещаясь шаг. Впервые это введено было, по-моему, для тренировки солдат, впоследствии получило большое распространение в американских тюрьмах. Вот такие вот интересные и мрачные вариации на тему предлагает нам Сергей со своим альбомчиком. На разнообразную тему, музыкальную, в том числе EDM, drum and bass, ну и немного брейкбита. Жабстеп есть уже и такой, оказывается. Вот такой вот интересный трек, альбом не менее интересный для тех, кто не одним брейкбитом, как говорится, жив, разумеется, послушайте. Продолжаем дальше, Little Orange UA с композицией Broke. Floyd Step, да не вопрос, делаем. О, надо, чтобы дружище хоть поздоровался, а то как-то... Всем привет, кожаный мешок. Артём, спасибо большое за 200 рублей, спасибо. Что касается Little Orange UA, что-то у него какое-то в этом году настроение такие не фонтанные, broken трек такой достаточно медленный, достаточно такой broken во всех пониманиях этого слова. Но не только у него, как говорится, такие настроения, есть разные поводы для печали. Вот тут тоже очень интересная история от товарища Grim Hex.
Это, насколько мне не изменяет память, Green Imperial Housing Exchange из игры Star Citizen. Так все очень все заувалировано, закручено. Я, если честно, не играл в эту игру, но информация такая есть. Тяжелая судьба у данного релиза. Я вам скажу, что это еще не изданная работа, но вы кое-где могли ее слышать. Разумеется, у меня, но под другим ником. Микрофон, сорян. Данный товарищ звучал у меня в Breakbeat Shop, потом его другой трек звучал у меня в Интоксикации под ником Эйтон. И все это было на тот момент неизданные работы, но наконец-то свершится. 11 марта на Criminal Tribe Records выходит данный мини-альбом, состоящий из 4 треков, но уже под новым, собственно, никнеймом Green Hex. Печальная же новость заключается в том, что Алексей Онищук, автор этого гениальнейшего произведения, не побоюсь этого слова, многие даже вот нашли отсылочку к Prodigy, закончил свою музыкальную деятельность до своего первого официального релиза. Настолько долго он тянулся. Подробности вдаваться не буду. Вот такие бывают повороты судьбы. Не по каким-то трагическим соображениям, а закончил именно просто как музыкальный артист, как музыкант. Ну, возможно, он приобретет такую славу, что фанаты попросят его срочно вернуться. А вот кто вернулся, кстати, Инсига, приветствую. We'll be right back.
Николай Гусаром. Поприветствуем его возвращение. Это тоже, кстати, неизданная работа, доставленная мне им специально для шоу, так сказать, да, что ему большое спасибо. А, он сказал, что будет, да, сдавался он давненько, наверное, уже более 5 лет назад. И вот пришло время, готовит он 4 трека, пару из которых вы могли слушать в предыдущих X-Beats. Как всегда, все очень эпично, симфонично, мелодично, гармонично. Я не знаю, кто-то еще придумает слова с замечанием «чно», буду рад. А, вот, соответственно, ну, с кого будет 4 трека, по моим подсчетам, это 3-я айтишка, еще не имеющая названия, но по моим подсчетам уже 4-я где-то там на подходе, поэтому ждем. Кстати, на Little Orange, да, Press Start тоже хорошая работа, много у него, в принципе, хороших работ, как-то, что у него, в принципе, много работ. Но сегодня мы еще послушаем одну другую. Мегасмузи, отлично, да, друзья, присоединяйтесь к нам горячительными, охладительными напитками. Сегодня у нас новый подкаст, но все о тех же горячих новых треках в брейкбит и около культуре. Меня по-прежнему зовут Флойд Зе Барбер, всех приветствую. Продолжит наше эпическое путешествие Crazy Beer. Beer, короче, сумасшедший медведь. Нет, он не из Российской Федерации, он из Казахстана. Ну, так вот. И это, надо сказать, практически один из первых его брейкбит треков в его творчестве, которая началась, в общем-то, недавно, в прошлом году. Но до этого были другие музыкальные предпочтения, не ломанные. Спасибо большое, что зашел, за поддержку еще раз. Удачи.
делах и во всем остальном. Красивая, тоже такая гармоничная работа. А, касательно Crystal Method, да, конечно, слушали уже, переслушали, сколько уже треков было ставлено, все всевозможные миксы, от самых старых их работ до самых новых, теперь это уже практически соло-проект, можно сказать. А, вот, ну, старые нравятся больше, чем новые. Я думаю, в большинстве своем, как у старой брейкбит школы Big Beat. Ну, а кто немного завтыкал, друзья, немного полетал, прошу все-таки, сейчас вам дозу адреналина вставит, введет, так сказать, ваше тело. Predatory Meerkats проект. Хищные сурикаты. У нас сегодня какой-то сплошной зоопарк, в хорошем смысле слова, зверинец, не знаю, наверное. Уже, разумеется, свежая работа из... России от Василия Первунинского. Кушники — это кто? Те, кто black metal слушают или что? Не, ну какие времена-то уже, не 60-е, не 70-е, все названия, как говорится, разобранные, так что приходится придумать что-то, придумывать максимальное, максимально невозможное. Да, там уже и цифры пошли в ход, и всякие серийные вариации на тему. Большое количество работ, кстати, у этого проекта вы можете найти на promo.dj.com. Разнообразные музыкальные стили, в том числе включающиеся дабстеп, драм-н-бейс, даже прогрессив хаус.
Нравится мне такая последняя тенденция о том, что ребята все-таки не забывают, что такое брейкбит, бигбит, брейкс, назовите как хотите, но вот после драм-н-бейс и дабстепа они, в общем-то, и такие вещи создают, и как создают, не просто те какой-то там вполне себе очень годный трек, респект. Ну, а теперь у нас такой небольшой блок Rockin' Beats. Что там у дедов, так сказать? Потому что они тоже еще в строю. Не только Crystal Method. Crystal Method пока ничего в этом году не произвели. Но зато Future Punk Squad. Начнем с него. Глен Николс. Уже почти 25 лет в деле. Крайний альбом был в 2021 году. В прошлом небольшое такое затишье. Несколько ремиксов и совместных работ. И вот, наконец-то, добротная первая ласточка в 2024. Трек, конечно, больше, наверное, гипнотический, чем какой-то разваливающий кабины, но это тоже приятно. Еще бы было приятнее, если бы он подготовил нам тоже целый альбом. Глэмпай, всем друзья, кто к нам присоединился, только что послушать новых свеженьких битов. Да, по их классификации, возможно, это действительно очень такой развалистый тречок. Но мы едем дальше. Кое-что действительно интересное. Elite Force. Давным-давно мы не слышали этот ник. Ну как, хотя его создателя, в общем-то, Саймона Шекла. Мы слышали под, ну, его же собственным именем. Ну вот. Ну вот Elite Force на самом деле давненько не было. Ну то есть понятно, у него там много личин, много никнеймов. 50 лет будет этому молодому человеку в этом году, юбилей. Вот, крайний релиз, наверное, был еще в конце 22-го года. В общем-то там ни о чем. Да простит меня Саймон какой-то Гэрридж. А вот
На днях еще правда выходит одна совместка с Meet Katy, тоже достаточно старенький такой проектик Laser. Но этот трек мы слышали когда-то давно, а вот тут совместная работа с испанским. Свою мысль до конца с испанским продюсером Гуал. Короче, ситуация такая. Вслед за Лероем Торхиллом, кто не знает, он, соответственно, из Великобритании, Элит Форс тоже из Великобритании, все старички из Великобритании, в общем-то, скоро переедут, наверное, в Испанию, потому что, я так понимаю, только с пинка в хорошем смысле от испанцев они заново начинают делать биты. На самом деле и так, в общем-то, в Брейксе впервые всех первых, так сказать. Ну вот, они решили, что им мало, надо еще подтянуть отцов, дедов и всех прочих. Молодцы, почему бы нет. Кстати, Future Funk Squad тоже была совместка с Nitro, он же тоже из Испании в конце 2023 года. Компьютерная сингулярити. Ну вот, кого не надо подтягивать, так это ребят из проекта Imperium. Тоже, кстати, британцы, которые образовались еще в 1993 году в Эссексе, есть такой город. Это их третий всего альбом за столь долгий час. Beats from the Underworld, он называется. Вот так, неожиданно. А, биты из другого мира. Ну, как оказалось по мне, что биты-то вполне себе по нам нормальные, приемлемые, либо эти уже биты, они настолько старые, что они уже кажутся, что они из другой реально вселенной. Слушай.
Какие приятные уточнения. Это не город, это графство Эссекс. Это хорошо. Прошу прощения за недостоверную информацию. Кстати, да, очень-очень похоже на творчество Orbital. Orbital, кстати, тоже старички тоже фигачили в прошлом году. Я думаю, продолжит и в этом. Похож на Technological Park, да, по-моему. Послушаем еще один. Чтобы убедиться наверняка. Правда, это другой трек. Вообще, да, весь, в принципе, альбом звучит достаточно так интересно, то есть есть там ломанные, точнее, ломанных ритмов там в меньшей степени, но, в принципе, это больше техно-индастриал группа, все-таки надо понимать, ну, то, что они делают ломанные ритмы, прикбит часто уже хорошо, но звучит все, да, действительно, не только по идее, в общем-то, самого альбома, как будто это производилось 30 лет назад. Ну, 25, ладно, плюс-минус. Но и звук еще соответствующий, то есть не перегруженный, какой-то не вылизанный, то есть все сделано максимально с оцифровкой. А вот тут как раз-таки с точностью да наоборот. Идея-то, в общем-то, которая существует с 1991 года. Это, по-моему, дебютный все-таки был сингл The Future Sound of London, Папуа Новая Гвинея. И вот вышел мини-альбом с четырьмя ремиксами. Взял один, я из которых от Эль Мейджора. Он достаточно злой выдался. Ух. Привет-привет всем!
такое новое видение старого-старого-престарого трека. Ну, своеобразно, конечно. Я бы даже где-то сказал незамысловато. Ну, что-то в этом есть. Ну, что мы, в общем-то? Испания, Англия, Англия, Испания. Пора и переместиться в какие-то другие страны и посмотреть, что там есть. А есть у нас там очередной перевыпуск альбома 2001 года. Ну, как очередной? Первый. На самом деле это очень крутая группа из Германии, тоже семейный подряд. Стефан и Кристин Ветфайл. Разная-разная у них совершенно музыка есть. Выложили они старые альбомы совершенно разных стилей, начиная с 2001 года. Это вот как раз в 2001 году. Но я его сейчас тогда не слышал, вообще не знал, о чем там речь происходит. Но это, в принципе, альбом, единственный альбом, где можно найти брейкбит. Очень интересная отсылка к такой, что ли, к антиматрице. Где не имеет фрикспыта, а Junkie XL, соответственно, трек очень похож. Слушаем, короче. Не знаю, друзья, признавайтесь, мне кажется, в 2001 году мало кто слышал эти треки, если они вообще там были.
потому что тут в 2024 году пришла какая-то приставка с наименованием Breakbeat. Ну, разумеется, нельзя было пройти мимо. Годно, зачетно. Это пушечка. Да, да, и быстро. Сейчас будет еще, по-моему, быстрее, если я не ошибаюсь. Да, будет еще чуть быстрее. Касательно стереоэффекта, ну, можно, возможно, расширить. Но опять же, это олдскул. Какой стадион. Можно было в финальном. Потом и такие. Разумеется, голым 100%. Только в этом случае самое крутое стерео получается. Согласитесь, все-таки, наверное, было круче. С вокалом, наверное, в большинстве в своем случае все круче. Ну, если вокал, конечно, хороший. Ну, как я уже сказал, семейная банда, семейное дуэт из Германии. Продолжит наш вечер Синмен. Он, кстати, тоже жил одно время в Германии, а потом, в общем-то, перебрался в Израиль. Кореш FB Force, кстати. Судя по всему, так он на меня и вышел. Найти вы можете на SoundCloud. Потянуло его немного на восточную тему. Обычно его тянет на разные. Нейро, брейкс, темы. С гитарой. Интересно, у FB Force есть кореша, который не тянет гитару?
продолжит восточную тему. Никто иной, как Dream Silence. Отечественный проект. Возвращаемся, да, в родную гавань, так сказать. The Last Hero of Ankara. Макси-сингл, мини-альбом, называйте как хотите. Парочка крутых треков в разной вариации. Инструментальной, либо вокальной. Олег Бирюков творит уже 21 год. Не, робот наш. Занят поиском отличной музычки. Сам релиз очень классный, рекомендую послушать. Второй трек Space Debris он называется. Я думаю, тоже его включу какой-нибудь микс. Очень классно подмечено. Кстати, всех приветствую, друзья, кто к нам только что присоединился. Рад всех видеть. Как обычно, слушаем самые жаркие новиночки. Ну, кстати, Dream Silence делает много дел ремиксов на The Prodigy. Говорили мы недавно и о Before. Пришло время это все дело объединить и наконец-то заценить Tribute Cover на легендарный трек Shrill Chuba. Это будет жестко, готовьте свои ушки. Соседи тоже. Please smile,
резидент Criminal Tribe Records Дмитрий Шинкарчук, он же бывший FB4, стал полноценной инструментальной русской металлической бандой и переименовался Feedback Fox, без всяких сокращений. Теперь у них вокалисты, гитаристы, барабанщики. Я не готов развалило на кабин. Но Prodigy, как обычно, не только умы FB Force заняты, а вот еще одного проекта TMNW прилетел задорный брейкбит, откуда мы не ждали. Аноним, спасибо большое за 50 рублей за донат. Ну, а почему, откуда не ждали? Потому что проект, в принципе, известный. Ну, сравнительно, да. Но больше, наверное, из другой электронной солянки. Рэп, рейв, дабстеп, драм-н-бейс, чего там только, в общем, не было. Все это приправлено, короче, русскими народными инструментами. Самобытный артист из Саратова. Кстати, был еще прикольный трек, назывался «Древнерусский фон». Короче, мы, друзья, теперь брейкбит фанаты могут сказать, что у нас тоже есть свой а-ля нейромонах Феофан. Почему Кит Флинн, почему Prodigy? Потому что обратите внимание на картинку. Чей там портрет висит-то в избе русской-то? Не мудрено. Думаю, далеко не в одной избе.
Портрет, говоришь, нужен такой в студию. Ну, будем потихоньку собирать портрет разных исполнителей, я думаю. Начали мы сегодня с трека Little Orange Way Broken, как говорится, за упокой. Ну, хотя бы закончили за здравием трека Beatmaster, мастер битов. Базару нет, Little Orange во всей своей красе. А, тут смотрю, кого-то есть тайна. Где мониторы? У меня все предполагается, телесуфлё. Да, он собирает информацию о том, что мы будем играть впоследствии, чтобы продолжить мое дело. Такая задумка. А у нас на очереди снова Cognitive Music. Как я уже сказал, у этого товарища есть совершенно разная музыка, и ее можно приобрести со всеми правами сразу, навсегда, на всю жизнь. Royalty free. А, ну что ж, восстание рейверов, не знаю, состоялось или нет, причины не были указаны, возможно, нам объяснит следующий проект, которого тоже беспокоит, значит, судьба нашего рейва и Кит Флинта в том числе. Внимание, ненормативная лексика, это что такое? Убрать. На русском языке, на английском уже была. Заценим.
инстаграм уже не в моде. Пилим для тикток и бэнги, рейв, расслабим для детишек. Мы запикаем наркотик, удалим в ютюбе клипчик. Извиняться сразу будем, страх и ложь, новые догмы. Лицемерие повсюду, 90-е, верните нелегальный рейв заброшки. Ох, кто ты, я откуда, где тут там вдали сирена. Разъебаться на заводе и сбежать от полисмена. В общем-то, не мудрено, наверное, что у нас так много сегодня акцентов касательно The Prodigy и Кита Флинта, потому что 4 марта будет годовщина его гибели, кончины. Давайте, как вам удобно. Так вот время быстро пролетело. Ну, а что там с рейвом случилось, это трудно понять. 90 уже не вернуть, это тоже надо. Санчес, да вроде никогда не выкладывал треки отдельно, поэтому, собственно, все будет как и ранее. Deadsider, да в принципе, всегда интересует интересное творчество. Простите уже за тавтологию. Так что можете, да, написать в ВКонтакт или в Телеграм. Ну, сразу предупреждаю, это на безвозмездной основе. У нас тут некоммерческая андеграундная организация. $20 миллиардов раз. Я думаю, это рекорд. Ну что ж, друзья, немного отойдем от панковской темы. Вернемся к современной музыке. Нейроблок, так сказать. Не нейрофанк еще, нейробрейкс, наверное. Как всегда, поставляет самый жесткий, самый темный лейбл Audio Go с 2006 года. Севилья, Испания, тоже еще. Хотя, тут и наши люди, как обычно, замешаны. А именно Сергей Горбачев. Но нет, он не потомок Михаила Сергеевича. Ну вот, насчет второго, которого тоже серийный номер, ничего не известно. Пацаны, вообще, ребята. Да, постоянно поставляют нам хороший нейробрейкс. Он постоянно обходит, я имею в виду лейбл Audio Gore, он постоянно обходит в Chemical Beats. Там не только Acid. Испанское королевство, да. Что бы мы делали, если бы не оно? Я про сегодняшнее время.
«Береги». Рекомендую, там еще есть второй трек и ремикс от Juno. Что более или менее схоже, но все равно коллекцию, как говорится, да, и вполне возможно, да, я думаю, не вполне возможно, а скорее всего вы это услышите в Chemical Beats, который будет уже на следующей неделе, уже лайв без моей, как сказать, болтовни. А что наши ребята? Что наши ребята? Хотя там тоже были наши ребята. Наши ребята везде уже, короче, где брейкбит, нога, рука отечественного производителя не побывала, я уж не знаю. Subface, Resident Criminal Drive Records, Олег Акименко совместно с BIOS Destruction. Максим его зовут. Вначале выходил на Bandcamp, сейчас это фришка, можно найти на SoundCloud. Да, ребята знают, что такое прокачать отличным бейсом. На всякие мои координаты, так сказать, которые вы можете найти. Там же, собственно, микс есть. Старые и будут новые. Самые-самые новые появляются на следующий день после стрима на платной подписке на Boosty либо на Patreon. Ну а теперь Monster Cat. Что они там замутили? Презентуют новый мини-альбом от Кастера. Симфонический, дабстеповый, футуристический, но... помню себе брейкбит. Если вы давно не слушали церковный хор с помесью дабстепа, брейкбита и драм-н-бейса, то прошу пожаловать. Любить и жаловать. Да,
моя вебка взломана. Ссылку в чат, друзья, там ловите, там все есть. Лего, БК, Бусти, Патреон, все, что вашей душе угодно. Точнее, где я есть. Может, вам угодно что-то больше. Ну, а касательно расписания стримов, добавлю-ка я его сюда тоже. Криловато, правда, получилось. Нет. Соответствует, в общем. Картинка, музыка, описание, название. Поздравляем. Ну а чего, продолжаем. Да, тут у нас очередной коллаб Испании и Англии. Делать нам того или нет. Вастерия X, знаменитый товарищ, любит убойные брейксы. Херачит 2010 года, по сей день. Севилья, где бы еще мы могли это найти, утверждает, что... Он является пионером нейробрейкс. Он, не я. Ну, кстати, там второго товарища, он курирует такой прикольный достаточно лейбл Sound System Bass Rock, который уже как второй годик, второе или третье дыхание приобрел. И там более такой олдскульный, что ли, саунд. Вот совмещаются, да, блин, опять же, Англия, Испания. Ну, конечно же, симфонический оркестр, чей вот только забыли указать. Кроссовер. Full of life.
Наверное, подмечено. Калавера, череп. Ой, на картинке очень много. Кстати, да, вот по дизайну этого лейбла, от которого создал Пол Бейсрок, вы всегда поймете, что это этот лейбл. System Bass Rock. Они всегда такие мультяшные персонажи. Они изображают реальных людей, таких мультяшных персонажей. Оригинальненько. Веру искусственного интеллекта. Это пушечка. Продолжаем путешествие по темным нейробрейкс уголкам. Отвлечемся немного, да, от Испании, Англии и немного зайдем в Австрию. Лейбл Symbiotic Records. У них, кстати, тоже есть оригинальный дизайн обложек, они помешаны на другой теме, на каких-то насекомых киборгов. Отличительная черта, так сказать. Детище Аков. Grimards and Blue. Что-то я потерялся. Многие, я думаю, знают, наверное, этих артистов, в том числе и Акова, потому что это Александр Ушаков. Он, кстати, выпивает и на драм-н-бейс арены. Он, соответственно, он делает нейро-фанк. Здесь он делает нейро-брейкс. Молодец, в общем-то, даже что-то получается. Лейбл! Вот. Ну, свои релизы, кстати, он не под видом насекомых издает, а под видом медведя. Let's go.
дает хороший вокал. Вот буквально недавно чекал его как раз таки нейро фанк трек Apocalypse's Brain. Очень круто, рекомендую. Даже мне, не фанату особого данного стиля, хотя какие-то флешбеки, понравилось. Но мы послушаем брейкбит вариацию. Следующий. Чак Норрис. Деслактом. Да, сегодня не все гладко работает, но мне кажется, большая часть все-таки работает нормально. За что я, в общем, хочу сказать большое спасибо, как всегда, Ethereal Dreamer за производство этой чудесной. Надеюсь, друзья, вам понравилось тоже, по большей части. Большая часть хотя бы. И мы с вами продолжим в том же духе. Я имею в виду вариант вот такой вот сборной солянки. Ну, соответственно, в чем основной смысл? Брать разные релизы, слушать их до появления в миксах, обсуждать, обговаривать, но в дальнейшем уже производить свои мысли на этот счет. Друзья, мы плавно подходим к концу, это я ну так плавно намекаю, опять-таки, на что... Если вам это интересно, такой вариант, напишите потом, когда уже будет запись, или сейчас в комментарии, что понравилось, что нет, стоит ли так делать каждый месяц, стоит ли вообще так делать. Здесь, наверное, скорее больше такая историческая составляющая, художественная мысль, ну, музыкальная в том числе. Я имею в виду, что эти треки все объединяют. Разумеется, их хватит сейчас засунешь, а если засунешь, то получится, наверное, да, то это непоправимое. Поэтому... Мы понимаем информацию, потом мы принимаем уже... Микс. Да, 25-й кадр. Напишите либо в чат, напишите потом либо в комментарии, соответственно, мы уже будем делать выводы. В любом случае, спасибо всем за поддержку, за то, что сегодня наши, спасибо за лайки, за донаты, за репосты, за сервисы. Да, как я и говорил в начале, собственно, вдруг кто пропустил, что это из себя подкаст должен представлять. Это некая помесь брейкбит-шопа и X-битсов. Тот, кто знает, тот, кто слушал, тот, кто нет. Ну, а тот, кто нет, объясню вкратце. Мы слушаем новые, свежие, горячие релизы. Много историй, много шуток. Тем, как попрощаться, скажу, друзья, что в следующую субботу нас ждет уже не подкаст, а лайв-микс, это будет Chemical Beats. И
Еще через неделю это у нас Intoxication. Еще через неделю это у нас уже Электропанк. И закончим мы месяц, конечно, на высокой тяжелой мажорной ноте из 52. Чтобы быть в курсе событий, подписывайтесь на мои либо Telegram, либо ВК-канал. Если вы там сможете найти, но в первую очередь вы сможете их найти на Boosty, либо на Patreon. Всем платным подписчикам я выражаю огромную благодарность за постоянную поддержку. Ну и под конец, конечно же, эпическая сага из Бухареста от Руди. Всем пока. Всем хороших выходных, хороших рабочих дней. Да, мы вещаем каждую неделю по субботам 21.00 по Москве. Рано или поздно для кожаных все плохо закончится, я думаю. Такое, что этот стрим забанит YouTube, как частенько бывает. Но копия сохраняется в ВКонтакте.